Андрей Живердан, 8 приемов. Владик. Как Владик, твоя фамилия? Поповский. Поповский, Владик. Итак, пожалуйста, кто из вас первый делает? Андрей, что делаешь? Прием. Какой прием? Как называется? С колен. Бросок через спину с колен? Пожалуйста. Раз. Вставай быстрее. Два. Не надо туда забегать. Оставайся на месте, он же к тебе лицом. Три. Вот здесь встал и стой. Спокойненько вставай. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вот предпоследний бросок и последний более-менее. Так, Владик, да. Заправься. Что ты будешь делать? То же самое. Бросок через спину с колен. Бросок через спину с колен с захватом за одну руку. Хорошо. О, пацаны, вас показывают. Так. Рука сверху должна быть твоя. Вот так, да? Ну да, так, конечно. Я... А, ты... Уй-уй-уй, так ты поломаешь его. Тогда возьми снизу. Уй-уй-уй-уй, еще раз. Не касайся локтями земли. Стой вот здесь, ты стоять должен. Не должен ты касаться, не грудью, иначе он... Еще попрямее стой. Не наклоняйся, поворачивайся назад. Три. Ножки шире, Андрюша. Шире. Четыре. Андрей, шире ноги. Да. Да, с той стороны, если можно, пожалуйста. Пять. Он плечом втыкается, Владик. Поставь ноги ему шире, дай подсечку между ног. Пусть ноги шире поставят. Ой, блин, семь. Андрей, чуть ножки шире. Последний. Восемь. Плохо. Очень тяжело. Пожалуйста. Тяжелый. Нет, ты неправильно делаешь. Пожалуйста. Не я ж тебе говорил. Пожалуйста. Какой, Андрей, прием? Второй. Чтобы... Переворот. Пожалуйста. Стоп. Владик, что с твоими руками? Пожалуйста. Вот так, да. Пожалуйста. Раз. Два. Он должен падать на бок. Три. Четыре. Не поднимаешь, не работаешь ногами. Ух ты. Упал. Пять. Шесть. Нет, Андрюшенька, выше надо. Возьми между ног тогда. Возьми между ног поставь, тогда и красивее будет. Последний. Восемь. Стоп. Приготовились. Что делаешь, Владик? То же самое. Переворот. Ну, переворот. Ты его что? Ты же его не поднимешь. Подниму. Ну, давай посмотрим. Раз. Вот. Это получше. Два. Хорошо, молодец. Хорошо. Угу. Четыре, да? Четыре. Хорошо, Владик. Пять. Еще три. Шесть. Семь. Восемь. Мате, заправились. Андрюша, да, делает? Третий бросок. Подхват по две ноги. Угу. А какой захват будешь держать? Классический. Классический за шею.
А возьми подмышку. Одной подмышку, одной за локоть. Или возьми за шею, но давай посмотрим. Так, угу. Хорошо. Раз. Не спеши, дай ему встать. Два. Три. Сильно не сгибайся, Андрюш. Четыре. Андрюш, чем сильнее ты сгибаешься, тем тяжелее будет делать. Вот, вот, вот. Четыре. Видишь, голову поднял и сразу получше. Пять. Если бы ты правую ножку поставил вперед и начал левой, правая впереди, просто левой ногой. Так, и левой ногой. Раз, два. Левой, правой. Шесть. Немножко не разворачиваешься. Семь. Восемь. Так, поклонились. Заправились. А что, Владик? Я тоже сам. Тоже сам. У меня захват будет... Другой, да, немножко? Да. Хорошо, ты возьмешь, и я посмотрю и скажу тебе. Андрюха, пока я раз повернулся, скажи, мама, привет, это я. Это я делаю приемы, не стесняйся, да, мама, я буду лучшим. Я стараюсь. Вот так, вот. Пожалуйста. Угу. Раз. Не спеши, Андрюха, спокойно вставай. Да. Владик, стой ко мне спиной. Ко мне спиной. Ко мне спиной встань. Ко мне спиной. Вот так, да. Три. И ко мне спиной все время. Четыре. Пять. А сейчас лицом стой. Лицом. Андрюшенька, вот здесь. Вот. А теперь ты ко мне спиной. Просто ты встал и просто, да, шесть, семь, последний, восемь. Ну что, это у тебя третий прием, да? Четвертый. Нет, это третий был сейчас. Значит, Андрей у нас делает мельницу. Прошу вас. Раз. Два. Ну, сейчас уже получше немножко делаешь. Три. Четыре. Если бы ты уходил чуть-чуть назад. Пять. Шесть. Семь. И последний бросок. Потом минута отдыха. Восемь. Молодцы. Вот последний бросок неплохой был. Поклонились. Владик, заправились. Заправься, Владик. И повернитесь сюда лицом и заправляйтесь. Как раз. Да, и заправляйтесь. Вон руками помашите. Скажите привет. Чуть ближе встаньте. Не-не-не-не-не. Туда? Ну, вот так. Угу. Чтоб я... О, вот так, чтоб я... Вот. А тебе, Владик, нужно делать, Владик. Переворот вправо-влево с падением. Мельницу вправо-влево за ближнюю ногу, за дальнюю ногу. И чебаняцку. И у тебя будет неплохо. И отсюда бросок еще... Отсюда ты делаешь вот этот вот, через грудь сюда. Полусуплес такой. Сюда и сюда. И у тебя будет хорошо получаться. Ну что, итак, Владик у нас? Мельница. Мельница. Прошу вас, последний прием сегодня. Раз, если ты будешь становиться ко мне боком, будет лучше. Вот так, да. Два, то есть как бы на меня кидать, от меня. Три.
4. Пять. Еще 3 раза. 6. 7. 8. Ну что ж, встали там на вот эти линии, вот туда, вот так, поклонились друг другу. Повернулись сюда лицом, поклонились. Все, на сегодня все. Сегодня у нас какое число? Кити? 20 января 2007 год. 20 декабря. Вот это Андрюха. Сейчас мы его крупным планом покажем. Поприветствуй нас. А это Владик.